Готовы. Сынуля. Сынуля. Утираемся, утираемся, утираемся. Утираемся, побежали. Побежали, побежали, побежали. О, все, полетели, усаживайся. Откинься назад. Опа-на. Нормалек. А высотомер-то есть? Я пока не слышу тебя. Нет. Не, ручку не держи пока. Ага. И голову налево наклони. Ага. И камеру можешь на вытянутую руку взять уже снимать вовсю. Там сбоку, слева, справа. Дергай. Есть отцеп. О. Хочешь порулить? А камеру куда? Мне. Давай, клевант убери. И это убери. Глубже 15 сантиметров не рули. Глубже 15 сантиметров, говорю, не рули. Давай левую немножечко. Держим, держим левую осторожненько. Еще левую держим. Давай еще левую. 90 градусов повернем. Еще пару сантиметров добавь левой. Очень стабильное крыло. Давай, еще нас довернем. Ага, против ветра. Вот так вот. Ну, это закончено. Мне слышно вообще? Слышно! Я же сказал, что принял. Давай, еще раз налево. А? Налево. А то улетим далеко. Давай еще направо. Направо, направо, направо. Очень глубоко. Держи камеру. Камеру держи. Камеру держи. Отпускай, отпускай, просто отпускай. Просто отпускай. Отпускай, бери камеру. А? И это отпускай. Сейчас на посадочку я нас буду. Посадка на обе ноги вместе. Ну понятно. Готовимся к посадке. Ножки вместе, чуть согнутые в коленях. Ну вот. Мне просто надо еще понять это крыло. С мотором одно, а без мотора. Да, динамика разная, я с тобой ходил на телефоне. Поэтому я и говорил, что пару сантиметров еще можно добавить. Так, давай это выключим.